В общем, всем доброе утро. Я, как вы поняли, опять нахожусь. Не знаю, слышно меня, не слышно. В Неваде. У мужа дела в Гранаде. У меня есть целых час или полтора, чтобы погулять по коммерческому центру. Я в прошлый раз тоже не походила мало где, потому что времени было мало. Поэтому сейчас буду, как говорится, догоняться. Потому что я так посмотрела там-там и ничего особого не посмотрела. Люблю я шопинг, ну что поделаешь. Говорят, это тоже как спорт. Тратишь много килокалорий, все дела. Сейчас вот все типа, ну, кожаное, такое в моде. Смотрите, какое интересное платье в Манго продается. Такое вот 60 евро стоит. Манго, да, я сказала, не сказала. Такое приятное, знаете, как настоящая кожа. Ну, это кожзам, ну, прям такого хорошего качества. Походу вот такой вот разноцветные цветочки в моде, потому что куда ни посмотри, везде все вот такой вот цветастый, именно вот такие вот цвета. Смотрите, много здесь штанов. Это Бершка, 20 евро. Мне как-то это пижаму немного напоминает. Как вы думаете? Мне кажется, это прям пижама пижамой. Вообще мне вот эта вот Судадера понравилась. Прикольная такая. Классная. Сколько? 46 евро. Ну не зря она мне понравилась. Какая-то спина тоже красивая. Смотрите, с камнями. Такая длинная. Прикольная, правда? Примарк или Праймарк, ну, как всегда, очередь. Здесь контролируется, кто выходит и кто заходит. Вот есть по охраннику на вход и выход. И у них такие штуки, они вот видите, на ну не знаю, не видите, они там руками щик-щик щелкают. То есть там всегда много народа. Знаете, мне Примарк напоминает, если хочешь, как говорится, посмотреть, позыркать, пощупать, то заходи в него, и вот там обязательно что-нибудь найдешь. Даже, знаете, если, как говорится, дешево и сердито, даже если тебе ничего не надо, но хочется, как говорится, отвести душу, хоть какие-то трусы можно купить, и вот вроде бы как не с пустыми руками ты приехал на шопинг. Видите, надо соблюдать дистанцию. В принципе, все соблюдают дистанцию, стараются, по крайней мере. И на входе, естественно, нужно обезжиривать руки. Обезжиривать. Так что вот так вот сейчас пойду тоже пошляюсь. Мне в принципе ничего не надо, но ну вот знаете, хоть трусы, как говорится, какие-нибудь. Потому что хожу, смотрю. Вот только одна вот эта вот Судадера понравилась. Ну, классная. В комментариях было написано показать мои кроссовки. Только красные. Вот смотрите, какие они классные, правда? Супер. Но я черные купила. Вот под что их? Это вот красный такой, прям красный. Vale, gracias. В общем, суперски показала. Вот еще желтые такие же. Класс. А магазин вот так называется. Не знаю, как. Чаусеа. Фиг его знает как. Не выговоришь. В общем, вот такой магазин. Неплохой. У меня мои красные ботинки тоже оттуда. Я кое-что купила в Примарке. Так что сейчас дома покажу. Сейчас уже иду на выход, потому что муж задолбал, звонит и звонит, поехали, поехали, времени нету. Поэтому я люблю всегда одна ездить, это просто кайф, когда ездишь одна, никто тебя не торопит. Ну, я просто на хвост села, поэтому... А так могу здесь проводить 6 часов, один магазин, другой магазин, потом опять возвращаюсь. Кто-то устает от этого, а я наоборот, я никогда не отстаю от шопинга. Вот так вот могу ходить, вот так вот витрины просто рассматривать.
Вот, например, кроссовочки 100 евро стоят. Пума, прикольные. Ребенок там орет. Видите, если наблюдать за людьми. Я уже дома. Обедать буду, что и вчера. Суп и кабачок с котлетками. Потому что я хотела это. Кстати, где котлетки? Я на вчера замочила вот такую вот крупу. Там, знаете, всего до всего. Вот, но сейчас, кстати, поставлю варить. Он долго варится, а я очень сильно хочу есть. Поэтому кабачок за 3 минуты и готов. А это нужно варить. А время уже 3 часа. Мы сегодня заплутали, в общем, так. Сейчас поставлю варить, а то еще прорастет у меня там. Со вчерашней ночи стоит. Тут, смотрите, гречка, маш, фасоль. Еще что-то. В общем, будет такая каша у меня на завтра. Вкусняцкая. Еще в Меркадону заехала. Муж говорит, купи мне донус. Там, если в ресторанную идти, зону донусы, там один донус стоит, как, я не знаю, ну, как, в общем, в Меркадоне 4. А там Меркадон еще есть. Думаю, забегу, как раз агар-агар себе куплю. Сделаю сегодня тортик себе. И ему вот такие донусы купил. Он уже 2 сожрал. Агар-агар. И вот этот. Морковку купила. Вот. Так, суп я уже разогрела. Так хочется есть вообще. Когда жрать хочется, даже такой суп очень вкусным кажется. В общем, купила себе вот такой костюм. Но это, естественно, отдельно все продавалось. Вот, вот это вот Судадера стоит. 14 евро взяла Эль, а вот это вот оверсайз, такая вот большая она мне, вообще все большое. И штаны, с карманами, вот, что-то хотела, вот я именно голубой цвет, не знаю, прям голубой и все. И вот вроде бы дешево и сердито. Тут вот на таких завязочках, как бы он может сделать пошире, поуже, как хотите. Такой тепленький на зиму. Будет у меня с кроссовочками. Мне кажется, шикардос. Вот. Штаны, конечно, супер большие. Эльку взяла, но они как-то большие. Все. В общем, оверсайз. Оверсайз. И вот такую вот, как ночнушка. Я говорила вам, что я сплю только вот в таких вот майках длинных. Вот такая вот. Это в примарке все я взяла. Сейчас все это отправляется в стирку. Вот с таким монстром. Вот. В общем, отправляется все в стирку. Ну, вроде бы неплохо. Так, обычный такой, да? Ну, вот ходить вот в Меркадону, как я всегда говорю. Сейчас это как бы в моду, что ли, вошло. Все вот кругом вот так вот ходят. И я так буду. А почему бы и нет? Смотрите, какую красоту я испекла. Без сахара, без муки. Какой тортик! Сейчас посмотрю, попробую, вкусный или невкусный, низкокалорийный. В общем, да. В общем, я пока рецепт не испробую, вам их никогда не показываю, кто это может быть. Си? Си? Счетчики пришли это снимать. Вот, поэтому решила сначала попробовать. И потом вам заснять. Очень вкусно. Даже и не ожидала я. Он еще теплый, не остыл. Но обалденный, надо же. Так что при похудении можно вкусняшками себя баловать. Представляете? Если хотите рецепт, пишите в комментариях. И я вам обязательно засниму. Хотела сегодня к морю пойти, но
Потом уже прям вышла такая, пошла такая, потом думаю, блин, мне же в банк надо. Еще было вчера. Ну, вчера было доминго, воскресенье, поэтому вернулась и пошла по полям, потому что банк находится, ну, не по пути, скажем так, на пляж, куда я хожу. Вот. Поэтому прогульнулись по полям. И вот сейчас нанесла масочку. Подожду сейчас, потом пойду в души. Потому что в душе все-таки маски эту смывать лучше, чем вот обычно так. Все, я сделала все процедуры. Вот. На обед, на ужин у меня, знаете, что будет? Ничего. У меня будет чай успокаивающий, там, для сна, все дела. Я сегодня ночью уже спала на другой, вот так кровать перевернута. И знаете, такое ощущение, что я домой вернулась. Не знаю, как-то я вот тут так переставила кровать, думала, удобно будет. Знаете, как вот в детстве спали у стеночки. Но дело в том, что у стеночки я нифига не спала, и было как-то неудобно. Сейчас я кровать вернула, и как будто домой вернулась. Не знаю, такое ощущение. Знаете, вот у меня... Не знаю, я не патриот, там не, там говорится, как знаете, есть такая пословица, где родился, там и пригодился. Для меня это совершенно не действует. Мне кажется, там, где тебе хорошо, там и твое место, там ты и пригодился. Вот, для меня нет никаких границ, у меня нет никаких там Испания, Россия, Италия, Германия. Где мне хорошо, там мне и хорошо. У нас жизнь одна, поэтому жить, потому что там пословица так говорит, мне кажется, это, ну, как-то абсурдно, да. И вот, к чему я это? К тому, что я когда в России, я все время, знаете, мне даже сны снятся такие, что я и прихожу в аэропорт, и у меня то билет, то это, вот такие сны страшные снятся, то это, боюсь я... Страшно, действительно для меня страшно, что вот у меня какие-то препятствия по возвращению, что я вот, вот такие, вот, что я что-то боюсь, то с паспортом, то что-то еще, то билеты как-то. И вот во сне у меня я такая вот все бегаю, бегаю, прыгаю, но потом все-таки возвращаюсь домой. Да, мой дом здесь, не в Испании, нигде, а вот здесь, именно здесь, на моей кухне, на моей кровати. Это вот с моим мужем, моя собака, вот это мой дом. А Испания, Россия, там, Голландия, мне по барабану. Вот я свой дом сделала здесь. И все. Вот, каждый делает свой дом, где он хочет, да, вот, поэтому как-то, и вот и сегодня этой ночью я чувствовала, я так легла, думаю, блин, как классно, как хорошо, как удобно, вот так вот, просто повернула кровать, представляете, трындец, капец. Так, я сейчас буду, так как я поела этот кусочек торта, он оказался, по-моему, очень сытным, и... В общем-то, мне не хочется, во-первых, есть. Во-вторых, не надо мне есть. Потому что тортик съела. Там 116 килокалорий на 100 грамм. Но я думаю, грамм 100 я и съела. Вот, поэтому, блин, у меня стевия заканчивается. Мне нужно будет... Ну, я завтра или послезавтра уже пойду там по центру пошатаюсь, потому что нужно бухгалтеру относить эти бумаги. И у меня там мята растет. Я обожаю чай с мятой. И не вернулся. Вот. И пошатаюсь по центру, потому что бухгалтер работает только по вечерам. Ну, как, знаете, для него это не работа, а как подработка. Поэтому пойду пошатаюсь, куплю стевию и хочу чай себе тоже купить. Такой тропический, помню, вкусный-вкусный покупала. Чарли кушает. В общем, вот такие вот у нас дела. Вы знаете, у меня мультиварка, там нет выпечки. Выпечки. Я у подруги такая же мультиварка. Я говорю, а как ты печешь бисквиты? Она говорит, на программе Орниар. А здесь такой нет. А, есть, вот она, ну надо же. А я ее не видела, представляете? Я обычно пользуюсь там Дорар поджарить, Гисар. Это как делать эти всякие...
Ну, короче, не важно. Короче, не важно. Ну, надо же. Не увидела кнопку. У нас у трех подруг одинаковые мультиварки, представляете? Поэтому очень удобно, когда что-то не знаешь, раз и спросил. Так, это бумага. Кто-то там креветки жарит, друзья. Кто-то креветки жарит. Слышно у нас, потому что у нас же, я много раз показывала, у нас там как колодец, да, окна все выходят, сейчас вечер, все на кухне. И, в общем, все слышно. Там в комнате не слышно. Ладно, буду я ужинать. Завтра на работу, мне уже позвонили там пара англичан, они здесь живут в Испании, но они англичане. Они ходят ко мне постоянно на стрижку. И вот они завтра придут, поэтому буду их окрамсовать. Ладно, что я вам все рассказываю-то? Вы подписались, лайк поставили. Спасибо вам за комментарии. Всего самого лучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.